Мемы из ТикТока, рафляная солянка? Ля-ля-ля. Подожди, а это что, это самое новое? Ля, реально самое новое, 4 дня назад я не видел. Что? Су, какой самолет? Я, чел, наверное, даже не думал, что этот ТикТок будет теперь иметь два смысла. Я понял, что там один... Что? Это тюлени? А, это крокодилы. Я видел видосы, короче, где чуваки ходили, получается, по зверинцу с крокодилами. Им так насрать, они просто палкой их откидывают, типа, пошел нахуй отсюда. Вот, ты иди сюда, я тебя поглажу, а ты вообще вали отсюда. Им так насрать, просто, ну, страха ноль. Во, вот. Вот типа такого. Подожди, 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 блядь. Подожди, стоп, это вроде бы бабки, нет? Как все начиналось, да? Ой! Че она разъебала? А, она себя разъебала. Это китайца победишь, ему всегда похуй, ни у лицо, ни поколебимо, он как будто приехал, но он знает, что он выиграл уже этот интродаж, что он просто сидит и под, типа как река смотрит, блядь. А что если я болгарка? Сука, я почему-то тоже сразу подумал просто про болгарку. Ну я сейчас подойду с топором и ебличи твоей матери разрублю, долбоем. О, какой мужчина. Это он и есть? Это что ты кота? На, получай, малая. Обожаю, когда им больно. Ой, в смысле, пиздец, аккуратней надо. Осуждаю свое поведение. Газированную воду в машине. Минус 20. Вот это ее раздуло. Она не взорвется? Блять, так и знал! Из Нигерии, да? А? Из Нигерии? Нет, я местный. Местный? Корни откуда? Ну, корни. Я это татарин. Эй, матер мой, пепе, труба, труба, солнце, бре. Ну, кстати, по нему видно, реально татарин. Что это? Ля, такая же за. Блять, а кто-нибудь знает, что он там делал? Он гнался за детьми или что? Так звучит мой голос на русском языке. И invece così suona in italiano. Maintenant je parle en français. Comment j'ai fait ça? Я не учил эти языки. Я использовал дубляж с помощью искусственного интеллекта. Мужик. Ты загружаешь свое видео в приложении Captions. Выбираешь перевести язык. И выбираешь любой язык, на котором хочешь говорить. И пусть AI сделает свою работу. Классно. Вы точно видели легендарное видео про блестящего Вандерварта? Ой, блястяще! Блястяще! Вандервар! Да, это лучшее, наверное, это топ-1. Топ-1, как чувак выкрутился в эфире. А вот и человек, который был за кадром, Роман Нагучев. Ром, скажи только честно.
Ты же не хотел сказать слово «блестяще»? Конечно, я не хотел сказать слово «блестяще», я хотел сказать «блестяще», а слово «бля» появилось, потому что появилось междометие. Ни хрена, он даже сейчас выкрутился. Опять каша! Опять каша. Чувствую себя дома, а мы выезжаем на рейды. Что, блядь? Идите нахуй. Ну, мне кажется, на это уже все шутили. Ой, твоя папашка. Подожди, они могут размножаться? Вообще возбуждает. Я положительно. Я вот что? Я в первый раз об этом слышу. А скиньте фотку, как выглядит маленький житель. Можете скинуть чат, как выглядит маленький житель кто-нибудь? Игуана. Сука, он выиграл. Una iguana muy enojada. Я хочу вот первую штуку. Я вот это очень сильно боюсь, как бы с одной стороны хотел бы, но страшно. Нет, там еще хуже. Вот здесь должен быть чувак, какой-то, который смотрит мой стрим, где я смотрю, как чувак смотрит этот ТикТок. Так что нет, ребята, у вас еще хуже картина. О, Хобби Хорсер. Замем общими усилиями, часть 3. Помогите найти песню, сейчас скину голосовое. Чё? Night Dancer. Как он это понял? Не могу найти, там был момент. The Offspring, you're gonna go far, kid. Как он это понимает? Но он реально Гудман. Въебется. Еще смешнее, чем мечтал. Now I am become death, the destroyer of worlds. Ну это старая. Где мой носок? Где мой телефон? Да это, мне кажется, даже не обязательно после школы. Всегда такая хуйня. Просто приляжешь на 2 секунды, все. Уже час ночи? Где мои наушники? Что? Причем еще окажется, что какая-нибудь херня произошла в мире. О, ам-ням! Спасибо. Ой-ой-ой, как он пролетел. Давайте еще раз посмотрим. Блядь, это кунг-фу. На свидание со своим парнем. Мы уже 4 года с ним вместе, даже больше. Сегодня расскажу, как мы вообще познакомились. Бля, сегодня, короче, нахуй выхожу с подъезда, поняли? Сидят, короче, 3 бабки. Прошу прощения, а это Моргенштерн? Да, говори. Я бы хотел у вас отсосать в тихих местах. А, это я видел. Сколько? Ну, минут 5 найду. Ты че, ебанулся? Лучше будет банворд. Или не сейчас. Кто пищит?
Это не смешно. Блять, это я! Причем я сам, по сути, первый, кто обострется, если его будет пугать. Но почему-то в таких ситуациях именно я пугаю. Зола, они все боялись. Я скрывал потенциал, типа я остался. Я не пожал им руку, потому что они каши. Я не пожал им руку, потому что они как лай. Нахуй мне стрим с тобой, гантыки, дел полно. Приняй. Абарата, Джонни Джоуи Стар. Ебать. Я не знаю, что это, но я хочу посмотреть фул. Конченые. Вы слышали такое слово? План. Да, кстати, а у нас вообще есть какой-нибудь план? Это просто, вы знаете, вот это мы сидим, я, Тоха, Мазелов и Дрейк перед ебланхатой. А у нас вообще есть план? Кстати, а у нас вообще есть какой-нибудь план? Да. Подожди, что? Они так работают? Я первый раз это вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как похоже, сука. Это просто идеально. Это идеально. Погладь... Ты чё лыбишься, тварь? Ты чё лыбишься? Ты чё лыбишься? Ну, Ким Чен Ын реально охуел. Не, мне больше нравится Дор, ну, из Майнкрафта. Как бы кнопка из Half-Life прикольная, но дверь намного круче, на мой взгляд. То есть, кнопки как будто стиль спизжен, нет такого ощущения. С научной точки зрения вы совершенно... Да хуй здесь научный, я тебе по-простому говорю! Андрей, раздевайся быстрее, Андрюха! Я говорю на спринте, Андрюша! Что? Подожди, я же все правильно услышал? Я тебе по-простому говорю! Андрей, раздевайся быстрее, Андрюха! Я говорю на спринте, Андрюша! Будто настоящий краб. Пошел нахуй ты, Дуар, ты ебаный, заебал, ты придурок нахуй. А, ты Блабанворд осуждаю, не смешно нихуя. Самое прикольное в катках, на самом-то деле, когда вы реально его проебываете в салат, но потом происходит какая-то херня, из-за которой у вас просто появляется третье или даже четвертое дыхание. Вы такие... Мы выиграем! Ни хрена. Как она едет? Как она едет? Если вам никто не... Здоровый. Я, кстати, никогда не хотел увидеть себя на этой, на стене гордости в школе. Мне казалось, что тебя потом за это будут просто троллить.
что подписчики интересуются у меня, как же я реагирую на своих хейтеров. Друзья, ну что за вопрос? Я просто делаю глубокий вдох и говорю им: «Блядь, я твою маму выебу, сука, блядь, нахуй! Скажи мне, куда приехать?» Ну, кстати, мне кажется, мистер Бист реально приедет, вообще похуй. Это что, спитика? Ля, вот они! Вот она! Газани! Сильно! Газани! Все, пердак потелк. Вообще норм, типа. Пожалуйста, отъебите меня в рот и в жопу, блять, пожалуйста. Легко. Подожди, не понял. Это а как? Подожди, это то есть... Это же не сумки. Блять, подожди. А что там делает столько мусора? Ебать! Не, подожди, там что ли хранят еду? А, это тележка с едой так выпала, бля. Я почему-то подумал, что сверху упала. Мужики, короче, уже долго идут, а тут закрыто, ёб, забор. Мужики, так тут закрыто, ёбаный в рот. Я хуй знает. Да я там, наверное, где-то. Обратно вам идти. О, это очень красиво. Сука. Я, почему так много обезьян в этом ролике? Типа, у нас на стриме и так одна есть. Ребят, давайте проверим. Если вы обезьяна, напишите плюс. Как много обезьян. Я что, в зоопарке стримлю? Бля, вот это, знаете, вот чисто леди. Чисто леди. Такая, ой, смотрите, у меня красивая тачка, милая. Тем временем, пацаны. Погнали. Meanwhile. Я, кстати, так же делал, когда был маленький. Я, то есть, ну, пытался какие-то звуковые эффекты добавить визуально. Ртом, типа, пам-пам-пам-пам-пам. То есть, я помню, я бегал с палкой и чисто бегал и такой... Немец! Та-т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 а! Вот так делал примерно. Типа, Саня, Саня убит! Лови гранату! Соси, нахуй! Вот так было, пример. Ебать, ебать, смотри, что нашел. Коллаба, бля, года, ёпта. Даже это не... нахуй не Nike Supreme, блядь. Ебать. Блин, я секунду подумал, что это дрон, а это велосипед. Неплохо. Лям, я, кстати, не понимаю, вообще, вот вам как живется в мире, где гулями себе считают дотеры, дед-инсайдами, когда вот существует Geometry Dash, этот, Funky Frank, или как там она называется. То есть, мне кажется, вот реально Geometry Dash, что там реально гули дед-инсайдовые, а не в ваших дотах.
боссу, да, да, да. Пошел нахуй. Я русский. Реально? Да. Привет. Иди уже. Я тебе сколько раз говорил, мне вискас нормальный набирай. Я уговорил, да, она. А? Я уговорил. Ты с моей кошкой так не будешь обращаться, понял ты? Ты меня понял? Понял ты меня? Я что, не опять? Вот они разборки. А чё там сосиска? Чё там одна? А почему она? Блять, а чем такую, ну, типа, дали перегорелую? Вы чё, охуели? Ну, кстати, если подумать, на самом деле ему больше всех повезло, потому что это, ну, сразу видно недоваренное. А это прям с корочкой. Вы чё, охуели? Ну ладно, извини. А так всегда, ты думаешь, что у тебя будет пизда, а хуй там плавал. О нет. Нет. Верни. Вася? Бля, какой кот крутой. Да, а это не оружие, а губная гармошка. Попробуйте. Алиса, что делать, если бесит брат? Блять, Алиса. Алиса, разговаривай на мате. Алиса, разговаривай матом. Алиса, мат юзай. Матом, пизди. Мой брат долбоёб бесит меня. Что сделать? А брат старший или младший? Старший. А сколько ему лет? 6 исполнилось. Любите его и уделяйте побольше времени, и он вырастет большим и сильным. Кстати, вы просто супер. Сейчас в Москве. А чё? А, понял. Тао хай. Он выиграл. Ля, он выиграл. Шоколадная фабрика «Красный Октябрь» выпустила специальную серию шоколада «Аленка» с уникальной упаковкой, аналогичной той, что применяется в дополнении «Инстинкта стрельбы». А где купить? Линия для Atomic Heart. Обертка на шоколадной плитке «Аленка» стилизована под цифровой оригинал, однако некоторые элементы были изменены, чтобы в нижней части добавить на... Вообще где угодно можно купить? Звание игры. Бля, сколько же ты сосала у бати, бля. А, в смысле, бай пати хороший. Ты маме купи, она была и бегает, $2, бля, и сует в жопу через отверстие, бля, она танцует. Полетела. Я, кстати, помню, когда мне говорили не открывай дверь, я вообще никому не открывал. Я помню, пришли какие-то чуваки и такие: «Привет, мы лучшие друзья, бла-бла-бла-бла-бла твоих родителей». Я такой говорю им: «И чё?» Они такие начинают что-то меня спрашивать, я говорю: «И чё?» Какую-то ещё хуйню несут. Hello, курил? Курил? Глаза красные. Глаза красные, да? Да, курнул на работу. Бля, красавец. Нормально. Хорош. Надо так же сделать. Они же типа, ну, все в магазинах курят, да? Просто поухарать хочу. В ТикТок тоже просмотров. Улыбочку. Я твоя, Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя.
Кстати, хороший пот. Всем советую, особенно курящим. Ну в чем-то правда. Ля! Сейчас два варианта развития событий. Первый. Чел падает в воду и плывет. Второй. Проезжает машина, они оба в воде. Третий. Оба падают в воду. Мой первый класс садит стуку на колени. Оппоненты знают, против них играет гений. Хаваю врагов, повелитель поколений. Ладно, такой хуйни даже я не ожидал. Чел просто прыгнул в воду. Купаться. Абсолютный долбоеб, а ты просто игра в стене. Вот это я понимаю, тачка на прокачку. Блять, это сейчас ёбнется на него. Все. На. Бам. Что? А что у него с глазами? Да, блядь, как хочешь, так и думай. Что я знаю русский язык, что моя мама из Узбекистана, что я знаю русский язык и корейский язык. Что у него с глазами? Так, блядь. Похуй. Сенда! Сенда! Он так еще и аккуратно уебался. Мистер Бомбастик, бомба фанут. Я же уверен, такие есть. Ой. Я, кстати, делал подобную хуйню, ну, то есть клал в киндер этот горячее молоко. Ну, оно не сразу топится, поэтому не совсем рабочий вариант. Оружие, наркотики, проститутки, поддельные документы. А, ты да, забыл, осуждаю. А, вот тоже осуждаю. 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 Дай флеш, поднес сам пикапа. Я отойдет. На ебаный дайминг, блядь. Ой. Ебать! Чувак, очень повезло. Я всегда смотрю эти постройки, думаю, что в конце будет что-то имбовое. На самом деле в конце, ну, такая дефолтная херня происходит. Что делает колодец? Ну это красивенько, да, это красивенько, это красивенько. Теперь прыгни туда. Кстати, лучше вообще всех вот этих ваших Тесел и других машин. Недорого, легко парковать. Очень хорошая тачка. Что я пиздатый, самый распиздяй со школы стал самым богатым. Мама до сих пор не верит, что без криминала. Сделал столько гуалы, всю семью засыпал нало. Пула! Пула! У меня, кстати, никого не слышно под окном. Очень тихо, поэтому не. А у вас есть такие щеки, которые вот так хуярят? У меня вообще тишина. Бывает иногда, и что, вы хотите танцевать с ними? Ой-ой-ой. Ёбница. Ёбница, по ней видно, ёбница.
Ну, конечно, чтобы настолько тупо, это настолько тупо. Ну, посмотрите, как она ехала. Все. Я что-то понять не могу. Я не понимаю. Я не понял. Объясните. Вот я вижу руку, вторую руку, третью руку. Блядь, это реально девушка. У меня есть она. Моя пизда. Да, 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 да. Да, моя пизда. Да. Вот это я понимаю, башня. Да, да, да. А он точно готовит? И пошла. На нахуй. На нахуй. Иду по району, джинсы висят низко. Я чистая жиза на 9 сентября. Ой, в смысле, осуждаю, блядь, ты чё? Так себя вести нельзя. Осуждаю. Ну, только шутила, конечно, жестко. Бля, не, я не готов. Я не готов с такими медведями ебашиться. Конечно, играл Baldur's Gate, но не. No, that is a weapon. Я видел тоже этого мужика, это вообще жесть. Ты долбоёб такое вставлять? Добракек, ты вообще конченый или что? Ты вообще? Хобби Хосер. Самый лучший спорт на свете. Бля, я помню, тоже так же сидел на уроке что-то. Такой, там же, короче, под партой есть вариант поставить ноги, чтобы вы понимали. И ты, короче, ставишь вот так ноги. И вот так нагибаешься, вот назад, вот так, вот так нагибаешься, вот так. И держишь равновесие, в общем. Don't ever buy a vape from the gas station, bro. This shit got me fucked up, man. Look at me. Я так понимаю, с концентрацией у него проблемы. Я крутой, я пью энергетики. Мама, не жди меня ночью. Флэш мне в очко. Внезапно. О, все. Бля, он сейчас просто бит ему по ебальнику, да, стрейфери? Подожди, что? Он ему в лицо попал? Хедшот. А подожди, а так можно играть? Блядь. А я думал, это запрещено. Ты так можешь, по сути, всю их команду расстрелять. Так это ж халява, просто берешь и одежды вот так. Все. Все равно у тебя одежды так или иначе на стирку сразу будет. Кулачок, 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 кулачок. Ha ha ha.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Питчером нельзя по членам сбитый, это дедбол. А, короче, можно, да? Когда твоя комната находится близко к кухне, и в комнате есть часы, и ты засыпаешь под этот небебенный трек. Ну, кстати, возможно, это покажется ебано, но это действительно убаюкивает. Особенно, когда ты бухой. Это прямо СМР. Я зашел, ты же спать захотел сейчас. Написано русским языком. Без выходных и без ничего. Я срала. И что? Я срала на унитазе. И что? Не, почему? Что? Я должна была открыть дверь? Ну да. Бля. О, блин, прикольно, прикольно, прикольно. Меня дед так же делал. Это мистер Бист. Я просто люблю говно. Что? О. До свидания. Что у нее там именно выпало? В кроссовке? Да, кроссовки. Ну, поискать потом. Подожди, он реально записывает голосовое. Видите, где палец? Представьте, на проводе сидит чел и действительно ждет сообщений. Там же, знаете, помечается. Записывает голосовое и там все это время... О, холера! Чи то Фредди Фазбер? О! О! Ой, милые мишки! Ой, блядь! Guys, is this Фредди Фазбер? Ор, 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 ор! Ля, мишка! Был. Бекончик. Хочешь? Мир прогнил. Подожди, он в конце пасать на нее хотел? Он ногу приподнял. Подожди. Да ладно. Нет. 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 Веселяться. Это было неожиданно. Чистый сигма. Ой. Ой. Подожди. Сука. Вот тебе и пострижечка. This is Elon Musk. Так же делал. Постоянно так же делал. Закрываю холодильник, чё-то ёбается, я такой. Ну я ж проверять не буду. Пусть проверяет тот, кто откроет. Ну да, жаза, так и делал всегда. Или еще второй вариант есть, знаете, когда там мама наготовит тебе котлеток или что-то вроде этого, достаешь сковородку, и там остается, допустим, 3 котлеты. Ты ешь 2, половину у последней отрезаешь и кладешь обратно в холодильник. А что? Папа доест, мама домоет. Think about this, man. До конца ролика, потом я знать точно не буду.
Блять, это же... Damn, W. So, like, what's your name? Владимир. Молодец. Это он там был? Поздним вечером 17 марта 2003 года в пожарной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга раздался телефонный звонок. Бля, такая жиза! Господи! Да, 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 тысячу раз да! Именно так и было. Причем там еще всякие вот эти сериалы криминальные, потом разоблачение на РЕН-ТВ, после этого Дом 2, и вот это все дерьмо мы смотрели. Сериал этот, телешоу «Окна» и так далее, и так далее. Родители вообще не фильтровали то, что мы должны были смотреть. Они наоборот, когда мы запускали там какие-то мультики, они говорили: да бля, это американская хуйня полная, лучше посмотри вот новое шоу по НТВ. Наше зато. Ой. Ну, кстати, я не знаю. Есть же, по сути, люди, которые, получается, из старых домашних питомцев делают чучело, чтобы, так сказать, остались хозяевами дальше. Но я не знаю, насколько это, ну, хорошая идея. Но я бы, наверное, вот лично бы так не сделал. Но при этом осуждать других за это я тоже не могу. Это, наверное, вот вопрос для каждого. Типа, хотели бы вы так, я бы нет. Не, по-моему, пиздец, там же сдирают с него шкуры, так он же мертв. Ты же понимаешь, что это дело, когда уже все, ну, собачка умерла. Там есть другой вариант. Ну, просто это будет она либо в гробу, либо ее просто кремируют. А тут она с другой стороны, просто с тобой. Или ты думаешь, что и с нее живое сдирают? То есть для кого-то это как будто, ну, прикинь, у тебя вот получается все, исчезает твой любимый питомец, а так он хотя бы как бы с тобой. Ну, тоже вопрос спорный. Для кого-то как будто это норм, для кого-то, типа, полный пиздец. А, это кукла обычная? А, я думал, это делает именно чучело. Когда нахер я поднял этот вопрос? Да похуй, все равно вопрос актуальный. Есть такие люди, которые так делают. Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду к врачу.